Друзья, всем привет! В этом видео я вам покажу, как можно вывести деньги на свою банковскую карту со счета Binance с помощью P2P торговли. В первой части видео я вам показал, как можно пополнить счет Binance с помощью P2P. Если вы не смотрели первую часть видео, то я вам настоятельно рекомендую ее посмотреть. Ссылка на это видео будет в описании под этим видео. В первой части видео я рассказал кратко, что такое P2P торговля и обозначил все плюсы пополнения счета в Binance с помощью P2P торговли по сравнению с тем, если вы пополняете счет Binance через карту внутри системы Binance. Также я рассказал про очень важный плюс для жителей России, который будет применим и для вывода средств через P2P торговлю. Поэтому, если вы еще не смотрели первую часть видео, то я вам настоятельно рекомендую ее посмотреть. Еще раз, ссылка на первую часть будет в описании под этим видео. Ну а теперь давайте переходим к выводу средств со счета Binance на вашу банковскую карту с помощью P2P торговли. Как обычно, покажу, как это можно сделать через приложение на телефоне и через сайт на компьютере. Начнем через приложение на телефоне. Итак, заходим в приложение Binance, после этого переходим в кошелек. Переходим в кошелек «Пополнение». И теперь нам нужно перевести на этот кошелек, который называется «Пополнение», который используется как раз для P2P торговли, те средства, которые мы хотим вывести на свою банковскую карту. Я хочу вывести на свою банковскую карту $10, поэтому нажимаем на «Перевод». Далее нажимаем вот на эту стрелочку, чтобы у вас сверху был спотовый кошелек, а снизу кошелек пополнения. Потому что сейчас все ваши средства находятся на спотовом кошельке. Вам нужно перевести их на кошелек пополнения. Я хочу вывести $10, доллары у меня в валюте USDT. Напоминаю, что валюта USDT это стейблкоин, который привязан к курсу американского доллара. То есть 1 USDT равняется 1 американскому доллару. Нам нужно выбрать валюту USDT, нажимаем вот сюда. Далее вводим ее в поиске, выбираем эту валюту, и далее мы вводим то количество, которое мы хотим вывести. Лично я хочу вывести 10 USDT, поэтому я пишу 10 USDT. Готово, и подтвердить перевод. Все, теперь у нас на наш кошелек пополнения пришли $10, которые мы сейчас будем выводить. Далее нажимаем вот сюда на P2P. Итак, у нас есть две вкладки «Купить» и «Продать». Сейчас мы хотим продать нашу криптовалюту, чтобы вывести деньги на свою банковскую карту. Как купить криптовалюту, я показывал в первой части видео. Поэтому мы выбираем «Продать». Далее мы выбираем валюту, за которую мы хотим продать, то есть ту валюту, которую мы хотим получить на нашу банковскую карту. В моем случае это российские рубли. Если вам нужна какая-то другая валюта, то вы нажимаете вот сюда. И в поиске ищите свою валюту. Нажимаете вот сюда на поиск. Если вы, например, хотите вывести доллары, то вы вводите USD доллары и выбираете их. Если вы, например, хотите вывести евро, то вы также вводите евро и выбираете их. В моем случае я хочу вывести российские рубли, поэтому я ввожу руб и выбираю российские рубли. Далее мы выбираем криптовалюту, которую мы хотим продать. В моем случае это криптовалюта USDT, которую я только что переводил из спотового кошелька в кошелек пополнения. И теперь у нас появляется вот такой вот список продавцов. Что нам нужно сделать? Нам нужно, во-первых, выбрать того продавца, который будет находиться как можно выше, потому что чем выше находится продавец, тем выгоднее у него курс обмена. Во-вторых, нам нужно выбрать продавца, у которого большое количество совершенных сделок. И в-третьих, нам нужно выбрать такого продавца, у которого процент совершенных сделок будет как можно больше. Смотрите, на первом месте по самому выгодному курсу у нас продавец Элис. У него 7500 совершенных сделок и 99,5% совершенных сделок, то есть это хорошие показатели. Но, смотрите, у него лимит от 30 тысяч до 500 000. Что это значит? Это значит, что я не смогу вывести меньше 30 тысяч рублей. Я же хочу вывести всего $10, поэтому этот продавец мне не подходит. Поэтому нам нужно сначала настроить некоторые фильтры. Мы нажимаем вот на эту кнопку. Здесь мы вводим сумму, которую мы хотим вывести, поэтому давайте я напишу сумму 500 рублей, чтобы у нас все продавцы отфильтровались от этой суммы. Далее мы выбираем способы оплаты, в моем случае это банк Тинькофф, потому что я работаю с ним. Если вы, например, хотите вывести на другие банки, то вы нажимаете вот на эту кнопочку «Все», и здесь у вас будут все доступные способы, куда вы сможете вывести свои деньги. Выбирайте тот способ, который подходит именно вам. Я выбираю банк Тинькофф и нажимаю «Подтвердить».
После этого мы начинаем искать продавца, с которым мы будем совершать сделку. Смотрите, на первом месте у нас самый выгодный курс, но у этого человека 500 совершенных сделок и всего 95% совершенных сделок. 95% это маленький показатель. Советую вам искать хотя бы от 99 и выше. Поэтому этот человек нам не подходит. Давайте листаем немного ниже и ищем другого продавца. Видим, что у нас есть продавец Venom2022, у которого 400 совершенных сделок и показатель 100%. Это хороший высокий показатель, поэтому давайте выберем этого продавца. Нажимаем «Продать». Вводим то количество USDT, которое мы хотим продать. В моем случае это 10. Нажимаем сюда. Вводим 10. После этого мы выбираем метод получения, то есть то место, куда вам придут деньги. В моем случае у меня уже есть данные по моей банковской карте. Если вы еще ни разу не выводили средства с помощью P2P торговли и у вас нет никаких доступных способов вывода, то вы просто добавляете свою новую карту, пишете туда свой номер этой карты и сохраняете ее. Я выбираю мою карту Тинькофф и нажимаю «Продать USDT». Теперь я жду, пока продавец отправит на мою карту Тинькофф деньги и после этого подтверждаю платеж. Продавец должен отправить мне 747 рублей на мою карту Тинькофф. Все, нам приходит уведомление от Тинькофф, что мне перевели 747 рублей. Вы можете перейти в свой личный кабинет в приложении банка, убедиться, что вам действительно пришли деньги от продавца, и после этого вы нажимаете «Платеж получен». Соглашаетесь, нажимаете «Подтвердить». Далее проходите проверку безопасности, вам на телефон отправляют код, который вы должны ввести сюда, и нажимаете «Отправить». Все, как вы можете видеть, мы успешно продали 10 USDT и получили 747 рублей на нашу банковскую карту. Нажимаем «Готово». Все, мы только что вывели 10 долларов со своего счета Binance на нашу банковскую карту через P2P торговлю. Как вы можете видеть, все это делается очень быстро и просто. Теперь давайте я вам покажу, как это сделать на сайте через компьютер. Итак, как теперь сделать это через сайт? Переходим вот сюда вот в кошелек, нажимаем «Обзор кошелька». После этого переходим вот сюда в кошелек «Пополнение». Напоминаю, что кошелек пополнения используется для P2P торговли. Поэтому сначала нам нужно перевести средства из спотового кошелька, те средства, которые мы хотим вывести на свою банковскую карту, на кошелек пополнения. Я хочу вывести 10 USDT, то есть 10 долларов. Поэтому вот здесь вот в поиске монет я ввожу USDT, навожу вот на эти три точки и нажимаю «Перевод». Сверху у нас должен стоять кошелек Fiat и Spot, из которого мы будем переводить. Снизу должен быть кошелек пополнения, в который мы будем переводить. Выбираем монету USDT и вводим то количество, которое мы хотим вывести. В моем случае я хочу вывести 10 долларов, поэтому я ввожу 10 и нажимаю «Подтвердить». Все, перевод у нас успешно прошел, на кошельке пополнения у нас теперь 10 долларов, которые мы сейчас будем выводить. После этого мы наводим стрелку на «Купить криптовалюту», P2P торговля. И теперь делаем все точно так же, как в мобильном приложении. То есть у нас есть две вкладки «Купить» и «Продать». Нам нужно продать нашу криптовалюту. Нажимаем на «Продать». После этого выбираем ту криптовалюту, которую мы хотим продать. В нашем случае это USDT. Далее выбираем валюту, за которую мы хотим продать. То есть ту валюту, которую мы хотим получить на свою банковскую карту. В моем случае это рубли. Если вам нужна другая валюта, вы нажимаете вот сюда и вводите, например, американский доллар или евро. Но в моем случае это рубли, поэтому я выбираю рубль. После этого мы выбираем способ оплаты, то есть я хочу получить деньги на свою карту Тинькофф, поэтому я выбираю Тинькофф. Если вы хотите вывести на другой банк, то вы выбираете свой банк, который вам необходим. Я выбираю Тинькофф. И опять же, у каждого продавца у нас есть лимиты, то есть мы видим, что у первого продавца лимит от 100 тысяч рублей. То есть я не смогу вывести меньше 100 тысяч рублей. Но так как мне нужно вывести намного меньшую сумму, то давайте мы отфильтруем всех продавцов по сумме. Вбиваем вот сюда необходимую сумму, давайте введем от 500 рублей. Нажимаем «Поиск».
Все, теперь мы опять ищем такого продавца, который будет как можно выше в списке, у которого будет как можно больше совершенных сделок и у которого процент совершенных сделок будет как можно больше. На первом месте у нас стоит продавец с самым выгодным курсом, но у него процент совершенных сделок всего 94. Это очень маленький показатель, поэтому его мы не выбираем. Поэтому давайте листаем немного ниже и ищем подходящего продавца. Вот у нас опять видим продавец Venom, через которого мы только что выводили средства через мобильное приложение, но давайте выберем какого-нибудь другого продавца. Например, вот этого следующего, Fortuna, чтобы просто показать для примера. Смотрим, что у него 317 ордеров и 100% выполненных сделок, поэтому давайте мы выберем его. Нажимаем вот сюда «Продать USDT». Далее вводим сумму, которую мы хотим продать, в моем случае это $10. Вводим 10. После этого мы выбираем способ оплаты. Здесь у меня уже автоматически стоит моя карта Тинькофф. Опять же, если вы не вносили никакого способа оплаты, то вы просто нажимаете «Добавить новую карту», вбиваете туда номер своей карты и просто сохраняете ее. Я выбираю свою карту Тинькофф и нажимаю «Продать USDT». Теперь мы ждем, когда нам продавец переведет 745 рублей на банковскую карту, проверяем, чтобы нам действительно средства пришли на карту, и только после этого мы переводим ему криптовалюту. Все, буквально через 2 минуты мне продавец перечислил 745 рублей на мою банковскую карту Тинькофф, и теперь после этого я уже могу подтверждать платеж и отправлять ему криптовалюту. Для этого мы переходим немного ниже и нажимаем «Платеж получен». Подтверждаем. Здесь мы проходим проверку безопасности, получаем код на свой телефон, вводим этот код вот в это поле. Все, после этого у нас сделка состоялась, то есть нам продавец перевел деньги на нашу банковскую карту, перевел их в рублях, а я ему взамен перевел криптовалюту на его счет Binance. Вот так вот просто у нас, друзья, делается вывод средств со счета Binance на банковскую карту через P2P торговлю. Как вы можете видеть, это очень быстро, просто и выгодно. На этом все, друзья. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, то обязательно поддержите это видео лайком. И также не забывайте подписываться на наш канал Instarting Invest, включать уведомления о новых видео, чтобы не пропускать наши новые полезные выпуски. Напоминаю, что вся самая необходимая информация, все самые необходимые ссылки вы сможете найти в описании под этим видео. Поэтому переходите в описание и ознакомьтесь со всей информацией, которые там имеются. Ну а на этом, друзья, все. Я еще раз благодарю вас за просмотр этого видео и желаю вам всего самого-самого хорошего и удачных вам инвестиций. Всем пока!